Россию и Хохланд ждет палпатизация. Заебу замучаю, как полпот компучию. Демократия — это власть красных кхмеров плюс палпатизация всей страны. Полпот — это ожившая коллективная бессознательная миллионов школьников, мечтавших о том, чтобы школа сгорела, а математичка умерла в мучениях. На радость школоте выпилил все школы вместе с учителями и сжег все книги, до которых сумел дотянуться. Веками школьники ждали своего спасителя, и он пришел. Дал черную робу, мотыгу и разрешил убивать учителей. Суровая школота атакует. Мозги им промыть легко, а умирать малолетние долбоебы не боятся в принципе. Красные кхмеры взорвали национальный банк, а в его хранилищах разместили склад удобрений. Псевдонимов у Салоцара было много, было запрещено упоминать его настоящее имя, развешивать портреты. Пол Пот быстро понял, что расход патронов получается уж очень большим. Что было дальше? Убийство мотыгами в голову, перерезание горла остроконечными листьями сахарной пальмы, вспарывание животов ножами с последующим извлеканием печени в пищу и желчного пузыря для народной медицины, взрывание казнимых тротиловыми шашками, подкладывание казнимых рядками под бульдозер, организованное скармливание связанных людей крокодилом, закапывание живьем в землю по шею, постепенное срезание плоти с костей, введение яда в вены, засыпание в ротовое и носовое отверстие цемента с последующим заполнением он их водой, зажаривание заживо на раскаленной решетке, забивание гвоздей молотком в голову. Пол Пот таким образом уничтожил около 3 миллионов человек. Ни много ни мало, треть населения Камбоджи.